Ивановские статистики посчитали все национальности, представленные в регионе. Данные были получены на основании всероссийской переписи населения, которая проводилась 2 года назад. Теперь у нас есть наглядное представление о национальном составе и владениями языками на территории Ивановской области. Мы получили структуру. Во-первых, мы переписали где-то порядка 150 национальностей в нашем регионе проживает. То есть регион у нас достаточно многонационален. Если мы говорим о первых, в списке наиболее крупных национальностей, которые представляют наш регион, это на первом месте русские, на втором у нас проходят украинцы, на третьем татары. В последние 10 лет численность населения отдельных национальностей претерпела значительные изменения, в том числе из-за миграции и естественной убыли. Например, на 1500 человек сократилась численность татар в регионе. И еще один интересный нюанс. В регионе значительно увеличилась доля лиц, называющих своим родным языком русский язык. Больше половины ивановских татар свободно владеют русским языком, а свой родной забывают. Статистики уточняют, получить эту информацию было необходимо. Национальная принадлежность – это показатель, который мы можем получить только по данным переписи, поскольку он отсутствует как в административных данных, так и в других источниках. И с некоторых пор данный показатель отсутствует также в паспорте. По результатам проведенных исследований статистики опубликуют несколько томов итогов переписи населения. Издание с полной информацией о национальном составе Ивановской области появится уже к середине будущего года. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.